Не превращай свою жизнь в бессмысленную пустоту. Не стань машиной разрушения. Если говорить, например, опять же, той же самой цитаты из Корана, мы, говорит Господь миров, тебя, обращаясь к пророку Мухаммаду, не спасали для миров в качестве божественной милости. То есть на сегодняшний день всего лишь 1/1000, может быть, 10/1000 из числа мусульман оказалась в системе так называемого международного терроризма. Это может быть 1/10%. Постоянно обобщают мусульмане. Это очень маленький процент, раз. Во-вторых, в большинстве случаев пополняют ряды террористических различного рода группировок, которые, опять же, очень хорошо финансируются, в первую очередь, все-таки Западом, в своих интересах экономических и политических, пополняют молодые. Их ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Посмотрите, 14 с лишним веков ислама. Такого понятия, как террорист, оно начало появляться только после Афганистана, между Америкой и Советским Союзом, когда все это происходило. В исламе такого не было. С точки зрения, то есть самое большое оскорбление для мусульман, есть то, что вот эту всю грязь, может быть даже, да, мусульмане 1,5 миллиарда почти отвечают как бы за этот 0,0% из их числа, но в большинстве своем это люди, которых воспитало сегодняшнее телевидение, французское в том числе. Где постоянно говорилось «исламский терроризм». Но буддийского терроризма нет. Подождите, то, что это была ложь, нельзя было увязывать религию, вы должны быть благоразумны. Нельзя с этим увязывать религию. Не надо в нас это не знать. Но 15 лет это увязано напрямую с религией. Нет, подождите, я говорю, я... Дайте это говорить. Не надо. Но увязывают террористы. Будут увязывать, но это 1%, 99% оставьте в покое. Самая молодая. Если вы хоть чего-нибудь читали из нейробиологии, вы хорошо знаете. Когда 15 лет говорится о том, да, что это ислам, 15 лет, целое поколение на этом вырастает. Они слышат это, средства массовой информации, и мировых, и российских, да, что это ислам. И потом, когда вы у них спросите об этом, они говорят, вроде да, это тоже. То есть они это слышали из СМИ, в мечетях. Никто этому в мусульманском богословии не учит, и поймите это наконец-то. Жизнь земная не шутка и не случайность. Она имеет продолжение вечности, благополучие в которой напрямую зависит от того, как человек воспользовался таким божественным подарком, как жизнь на этой земле. В Коране четко и ясно сказано, что кто убьет, кто убьет одного человека, неважно какой он национальности, просто вот убьет его, то подобно по греху пред Богом, подобно как убил целое человечество. Никто во Франции эту цитату не проговаривал по телевидению. Если говорили, то только исламский терроризм. А вот такого рода вещи, то же самое пророк Мухаммад говорил. Верующий человек – это тот, рядом с которым люди, вне зависимости от национальности, вероисповедания, люди чувствуют себя в безопасности. Всегда раньше мусульмане излучали с собой безопасность. На сегодняшний день мы поедаем результаты, пожинаем результаты, плоды именно и европейского свободы слова и так далее, когда всех мусульман обливали грязью и говорили «исламский терроризм». Что касается там таких, салафитов и так далее. В любом обществе, то же самое Руми говорил, всегда есть 80% стада, 10%, которые эффективны и активны в благом, 10%, которые эффективны в злом. На сегодняшний информационная ставка во всем мире выгодна, она идет именно на зло. И вот это маленький 1-2% мы видим как огромного дракона, в том числе и в мировых СМИ, и в российских. Что касается реального положения дел, то, например, еще когда только первый срок президента Путина, еще лет 17 назад, я еще тогда писал специально для администрации президента, что ислам и терроризм несовместимы, и давал соответствующие цитаты. Сотни раз участвовал в разных ток-шоу, когда я цитировал, что в Коране сказано, что те, которые «Ясауну филь арду фасада», те, которые творят нечисть на земле, они посягают на чужое имущество или жизнь, неважно какой национальность, эти люди заслуживают только смертной казни с точки зрения ислама. Нигде об этом средства массовой информации не говорилось, что недопустим терроризм с точки зрения ислама. Но все средства массовой информации говорили, что если шахид смертник умер, то он попадет в рай. Чего недопустимо, и ни в одной мечети мира вы этого не услышите. Пожалуйста, включите мозги. Если вы, люди, совершаете что-то благое, творите добро, то делайте это для самих же себя, в свое мирское вечное благо. А если совершаете что-то плохое, злое, то против самих же себя.
Вам лишь кажется, что вы вредите другим. На самом же деле пострадаете вы сами. Не от людского, так от Божьего правосудия. Священный Коран, 17 сура, 7 аят. Что происходит? Вопрос не в исламе, вопрос в том, что есть сегодня ряд людей, которые используют ислам как инструмент для того, что раскрутить вот эту вот этот, агрессию. Да, да, да. И если сказано будет им, не портите, не разлагайте, не развращайте, не сейте раздор на земле, они ответят: мы лишь улучшаем, улаживаем, исправляем, реформируем, примиряем. Священный Коран, 2 сура, 11 аят. Россия начала разделять последние 3 года. Вот это преступление, а вот это религия. С точки зрения, опять же, подчеркну последнее, религии, то же самое аят в Коране. «Ватааауну аляль бирри ваттаква». Больше чем уверен, что во Франции ни разу нигде это не цитировали, чтобы воспитывать своих мусульманских французов. В Коране четко сказано: друг другу помогайте. Бир, бир – это любое благо, благостное деяние. Помогайте друг другу в благостных деяниях и в проявлении набожности пред Богом. Набожность – это трепет, это ты когда поступаешь правильно и хорошо. И вы хорошо сказали, справедливо. Но справедливо не с точки зрения преступлений, а с точки зрения благочестия. И дальше идет в аяте: ну никогда не помогайте друг другу, в Коране говорится, никогда не помогайте друг другу в вражде и грехе. Во вражде и в грехе никогда друг другу не помогайте. Вы это по телевидению в СМИ, наверняка в европейских, не слышали. Совершая грех, человек вредит лишь самому себе. Пусть даже другой несет при этом малый или значительный урон. Аллах, Бог, Господь, знает абсолютно все и бесконечно мудр. Священный Коран, 4 сура, 111 аят. Для мусульман самое большое оскорбление в чем? Ладно, вы постоянно мусульмане во всем виноваты. Мусульмане террористы и так далее, и так далее. Оскорбление в чем? Ладно, когда все мусульмане террористы это обобщали. Надеюсь, мы от этого отходим. И преступник его называют террористом, не более. Оскорбление в том, что пророк в понимании верующих людей, он дан Богом как проявление божественной милости. От него исходило хорошее. И мысль такова, что самое основное оскорбление, то, что ладно между религией и сегодняшними мусульманами, уже между самим пророком и терроризмом поставили знак равенства. Мусульмане – это не террористы. И Коран этому не учит. Помогайте друг другу во всем благом и в сохранении набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде. Священный Коран, 5 сура, 2 аят. Термины, которые последние 20 лет упоминались, исламский терроризм, исламизм, исламский там экстремизм, эти термины, они уже ушли на подсознательный уровень. И поэтому, как говорят, например, там в Англии или во Франции, выросло поколение, которое считает, что вот терроризм и ислам, между ними можно поставить знак равенства. С точки зрения ислама, четко в Коране прописано, что те, которые «ясауна филь арди фасада», они распространяют преступления на земле, там прямо упоминается, что они заслуживают смертной казни, если посягнули на чужое имущество либо жизнь, причем неважно, какой национальности человек и вероисповедание. Минимум, что возможно, это полная изоляция от общества такого рода людей. То есть необходима вот эта черта. Вот преступление, ИГИЛ – это преступление, а вот остальные мусульмане, они и ислам. Мусульманские ценности к этому отношения не имеют. Это один момент. Это очень важно. И в том числе вот такого рода аяты, как, например, в Коране сказано «Халякал маута валь хаята лиаблюакум айюкум ахсану амаля». Это очень важно, потому что в общем информационном пространстве это теряется. Мы постоянно слышим исламский терроризм, но мы не слышим, каков смысл жизни мусульманина. В Коране четко сказано: Бог сотворил такие два понятия, как жизнь и смерть. Для чего? «Лиаблюакум айюкум ахсану амаля», дабы испытать вас, кто из вас лучше делами.
лучший студент, лучший школьник, лучший писатель, лучший преподаватель, лучший физик, лучший инженер, лучший политик. Это мусульмане даже сами из СМИ это не слышат. А в мечети ходят далеко не все мусульмане. Зато пользуются сетями, интернет-сетями, попадают в эти, в том числе, в сети вербовщиков. Обычные молодые люди, которые выросли, слушая из интернета или из телевизора о том, что есть такое понятие «исламский терроризм». Такого понятия нет. В исламе такого никогда не было. Ты создан не для боли, нищеты и страданий. Твоя жизнь не бессмысленная череда сомнений, страхов, ошибок и разочарований. Господи, верни меня обратно. Я постараюсь совершать благие дела, уверую, исправлюсь, используя все то, что нажил за десятилетия жизни. Ответят ему: нет же, это сказанное им «верни меня обратно».